Всем привет, меня зовут Владимир Жуков, я айтишник, предприниматель, человек, увлекающийся развитием и всем интересным в жизни. И сегодня так получилось, что выпуск будет немного нестандартным. Я в Одессе, сейчас наслаждаюсь местным солнцем, морем и так далее. И, соответственно, тему, которую я сегодня хочу затронуть, это отдых. А именно я хочу рассказать о том, как лучше правильно организовать свой отдых по периодичности и, в общем-то, его составляющим. Я очень уверен в том, что лучше всего отдыхать приблизительно 4 раза в год по неделе. Это оптимальный вариант, и, собственно, я к нему буду стремиться всячески, потому что я считаю, что плодотворная работа, она напрямую основана на отдыхе, который получается себе организовать. К тому же отдых – это не просто сидение на пляже, это масса увлечений, это масса новых впечатлений. Отдых – это не обязательно пассивное какое-то наслаждение красивыми видами и так далее. Отдых – это, как правило, новые страны, новые впечатления, новые знакомства, возможно, какие-то мероприятия достаточно длительные, на которые стоит поехать, например, кинофестиваль или что-то такое. Потому что мы все живем не для того, чтобы работать, а мы живем для того, чтобы что-то реализовать, что-то сделать хорошее. И чем более отдохнувшими и подготовленными мы будем подходить к этому всему мероприятию, тем лучше для нас, тем это мероприятие получится более продуктивным, интересным. Поэтому я всем рекомендую запомнить основные правила отдыха. Первое правило – это делать свой отдых наиболее разнообразным. То есть, если вы даже куда-то едете, посетите там несколько мест, посетите какие-то интересные мероприятия, которые проходят там. То есть, не сидите на одном месте, потому что на одном месте вы не отдохнете. Второе – это отдыхайте как можно чаще. То есть, мое личное мнение, что человек может работать продуктивно в течение 3 месяца. Дольше, ну, это трудно. И также очень рекомендую чаще отдыхать на уикендах, проводить их как-то поинтереснее. Ну и третье – это не скупитесь на отдых, потому что ваш отдых – это залог вашего дальнейшего успеха. Собственно, это было все. С вами был Владимир Жуков. Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Я всегда рад, всегда на связи с вами. Желаю вам успехов и отличного отдыха этим летом.